Последний рейс и домой. Молодец, довезла красава. А че я буду? А помнишь, на Кавказе местный джигит тебе колеса прострелили? А, Серег? Домкрат полнокте снял. Где у них тут санчасть? Сейчас спросим. Сержант, иди сюда. Слышь, ну вы че, мужики, я же сказал. В КПП проехать и остановиться. Лех, он нам что-то сказал. Дай закурить. Я не курю. А я тебя не спрашиваю, куришь ты или нет. Я тебя спрашиваю, дай закурить. Слышь, мужики, вы не борзейте, а? Да ладно ты не пугай. Слышь, сержант, где у вас санчасть? Да вон прямо. Слышь, мужики, дежурный сказал, как вы объявитесь, сразу к нему. А ничего больше не говорил? Знаешь что, мое дело передать. Да, давай ты ему передай, чтобы он сам сюда пришел. Мы технику бросать не можем, верно? Леха, займись там командировкой, а я пойду посмотрю, где там санчасть. Там должно быть много диких медсестер.